Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Ольга, я рада приветствовать вас на своем канале. Вот такая вот посылка мне пришла. Я взяла ножницы и хочу сейчас распечатать. Почему на полу? Ну вот, потому что свет везде погасила, а распечатать посылочку надо, чтобы даже, чтобы цветы не погибли. Здесь написано «Это для меня» и город Сургут. Думаю, что спрашивали, где у нас такая холодрыга. Вот, у нас на днях, вот буквально вчера, было очень холодно. Это, я бы даже сказала, сильно холодно, потому что 31 градус, а ощущение как 41 с ветром. Сегодня 24, а все равно холодно. У нас тут хоть и утепленный балкон, а все равно, видимо, где-то продувает. И поэтому вот у нас так немножко семафорит здесь звуки, как будто, не знаю, на улице прям пурга какая-то. Ну, в общем, не очень приятно это слышать постоянно. Вот такая, смотрите, утепляшка. Прям конкретно коробочка для меня, машиной доставка из Екатеринбурга. Если кому-то интересно, там довольно-таки очень много всяких разных растений, буду доставать очень медленно, не хочу шуметь. Если кому-то не нравится, что я тихо говорю, то извиняйте, говорить громче не могу, переозвучивать тоже не очень хочется. Времени на все не хватает. Вот, упакованы все цветочки хорошо. Смотрите, все прямо хорошо так. Вот, вот. И сейчас постараюсь прямо вообще быстро распаковаться, потому что, чтобы не занимать ваше время. Так, коробочку так отставлю. Это у нас папоротник. Название я вам его напишу, потому что здесь его нету. И я не подготовилась, как бы, чтобы с названиями. Ну, такой довольно-таки интересный папоротник. Я не знаю, возможно, я его посажу в колбу. А стеклянную я заказывала на Озоне. Вот. Сейчас я вам ее не покажу, покажу в следующий раз. В общем, вот такой вот интересный мини-папоротник. Он, насколько я знаю, растет в расщельях гор, а там на склонах гор. Вот такой вот горный папоротник, довольно-таки очень интересный. Ну, такое минечко, довольно-таки будет красиво смотреться, я думаю, что как во флорариуме, я не знаю, правда. Ну, он... Я читала про него, что он, в принципе, не опрыскивается, то есть хорошо переносит сухой воздух. Но, как я наблюдаю, видите, подсушенные кончики, поэтому не очень будет приятно. Я думаю, что надо будет посмотреть в целом. Ну, такое вроде как взрослое растение, да, а выглядит как минька. Ну, горшочек это 5,5, если я не ошибаюсь. Боюсь, чтобы... 5,5, уверенно. 5,5 горшочек. Вот. Такая прелесть. Так, теперь я распакую, по-моему, самый такой крупный. Так, конечно, я открываю, рискую что-нибудь повредить. Но нет. Нормально. Все-таки... За хруст меня тоже простите, потому что по-другому открыть не могу. Так. Боже, так
громко это сейчас сделала. Это хлорофитум. Тоже название его не помню. Знаю, что он растет пирамидкой. То есть вширь вообще он растет пирамидкой. Правильно сказала, нет? В общем, он растет вширь. Он не дает деток таких висячих. Его название я тоже могу в описании обязательно оставить. Всажен уже в горшочек такой хороший. Не знаю, девятка это, нет, горшочек. Может быть, больше чуть, 12-й. В общем, такой хорошенький. Да? Такой неплохой. Вот. Я подумала, сразу начну с таких новинок, которые именно только что пришли, чтобы уже их не переснимать. В общем, мне предыдущие новинки тоже приходили, если я из Екатеринбурга заказываю, то они приходят таким образом, хорошо упакованные. Вот. Опля. А это у нас Циссус. А Циссус тоже не помню его название. По-моему, канадский, что ли. Циссус вот такой вот. Знаете? Знаете? Вот наподобие у меня видео показывало такой фикус, то это Циссус довольно-таки очень интересный. Смотрите, какой прикольный. Да, я думаю, что я сделаю с него черенок. Мне сразу интересно, коренится он зимой или нет. Насколько вам видно, это такой порядочный цветок. Я думаю, где-то сантиметров 15 череночек. Вот. И листики у него порядочные, и все, он как вьюн. Но у него, смотрите, какой ствол хороший. Вообще прикольное растение. Первый раз увидела. Здесь его поставлю, чтобы не очень так некрасиво как-то получилось. Так, и последний цветок. И последний у нас. На самом деле я плохо помню, что именно. Сейчас посмотрим. Ага. Это Кодиум, мать и дочь. Как точно называется, я не могу сказать. Но вот такой вот. Мне записали его как мать и дочь. Красивенький. Вот на самом деле я видела его, но не видела вживую. Прикольный такой. Сухой, вот нужно его полить. Не зря я все-таки собралась распечатать посылку, потому что шла на меня 2 дня. И вчера она стояла дома, потому что я думаю, у меня времени нет, а хочу распаковать вместе с вами. В общем, все. Большое спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И остальные новинки я постараюсь снять в ближайшее время. Спасибо большое за комментарии, которые вы оставляете внизу под видео. Я все их читаю и очень рада, что вы смотрите мой канал. Всем большое спасибо за внимание еще раз и всем пока-пока!